Румяна остались, последний штрих. Ну и дальше уже блеск для губ. Ну, конечно же, мои любимые румяна. Это шариковые, это вечные румяна. Чем хороши шариковые румяна? Можно варьировать оттенок. То есть можно убрать розовые, у вас будет такой бежевый эффект. Можно убрать бежевый эффект, у вас будет более яркий такой розовый румянец. Самый легкий принцип, как нанести румяна. Подходите к зеркалу, улыбаетесь. И вот у вас яблочки есть, да, так называемые. Румяна наносятся вот на это место, до виска. То есть таким образом они растушевываются. И вот обязательно не переборщить. То же самое нанесли, нужно обязательно стряхнуть излишки. И вот сейчас тут нужно не промазать. То есть мы, вот давайте я вам один штрих сделаю. Заметно? Да. Не надо сильно акцент делать. На сцену, конечно, можно чуть-чуть поярче. Да? Но если вы с такими эти, знаете, как вот морозка, сказка, да, если вы придете на сцену, это будет, конечно, смешно, да? Значит, и вот так опять второй наносите. И чем еще хороши шариковые румяна? Их можно еще наносить на, видите, сразу контур лица, он живой становится. Потому что когда мы тоналку особенно наносим плотно, то знаете, как мумия лицо. Так. Ну вот, на лоб немножко, на носик. И вот сюда. Все. Это вообще вполне достаточно для того, чтобы вот ее сегодня выпустить из этого кабинета, чтобы она пошла на макияжик, ой, вернее, пошла на дискотеку сегодня.